Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру. Сейчас мы зайдем в домик, посмотрим, что у меня там есть интересного. О, есть. У меня есть патрончики и целых 300 штук. И дальше здесь будет все создаваться. Это я немножко апгрейд сделал. Так, бинты тоже заберем. Бинты нужно будет улучшать, медицинский стол наш, но пока нет денег у нас. И сейчас посмотрим, какие у нас есть задания. Задание радиовышка, найти Руби и аэропорт, день снайпера. Это далеко. Мы возьмем сейчас у Аса еще задание, день ракет возьмем. И возьмем еще охот на зомби. Хорошо. Ну что ж, отправляемся. Отправляемся и ищем Руби. Найти Руби. Так, отлично. Отлично, вот у нас зомбаки наши. Бежит пёска. Есть, готово. Получили мы патроны. Так, главное вот этих летучих мышей убить. Угу. И здесь очень много зомбаков. Так, попробуем отбежать их. Пробежать, не знаю, получится или нет. Так. Так, пёску мы готовы. Опа. Так, 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 аккуратненько. Тихо, тихо, тихо. Пёс. Гад, смотри. Да в смысле? Пёску убиваем. Идите нафиг отсюда от меня. Гады. Бросаем гранатку. Еще одну. Есть, готово. Так, ну не все тут погибли у нас. Бросаем другую гранатку. Ух ты, ты откуда выбежал? Подожди. А-а-а, гад. Гады меня забили, офигеть. Так, вы были вылечены. Так. В смысле? Я не прошел. Нормально. Это в первый раз такое. Сейчас посмотрим, сколько у нас денег. Легкая игра. Да, конечно, легкая. У нас, во-первых, денег нет. Чтобы закупиться. Придется все эти обменять на денежку. По-другому никак. И купить бомбы. Они очень дорогие. Просто очень. Офигеть просто. Ну что ж. В сундуке сейчас посмотрим, что у меня есть в сундуке. Подожди. В сундуке только снайперка. Почему бы и нет? Но лопата вдруг мне пригодится еще. И надо будет немножко мне подлечиться. Отправляемся еще раз. Нам нужно найти Руби. Так, случайная встреча. Так, давай встретимся. Секретный ящик. Интересно, что там такое интересно. Никого нет. Вот, случайный ящик, а ну. Биокорп. Security Code System. 002. Ну, я не знаю кода. Подожди. Как... Какой код-то написать? Ну, все нули. 1, 2, 3, 4. Ну, интересно, какой код сюда написать. 002. 0.
3-1-6. Нет. Короче, фигня. Дальше идем. Вот еще, смотри, сейф какой-то стоит, а ну. Я его не видел. Сейчас попробуем открыть. Так, серебряные монеты, патроны. Так, и бежит пес. Менять надо оружие на это. А, патронов у меня нет на эту, да? Ну что ж. Потихонечку будем проходить, тогда стрелять. Все патроны потратим, конечно. А куда деваться-то? Блять, заколебало до меня. Есть. Ё-моё, пёс бежит, а, гад. Готово. Ну, сейчас будем потихонечку их расстреливать. Хватит у меня 1000 патронов, интересно, или нет? Если так летит. Не знаю, хватит у меня патронов на серию. Так, птичка готова. Патрончики, спасибо. Может быть, мне эти патроны сюда пойдут? Да, отлично. Отлично, отлично, хорошо. Хотя патрончики сюда идут. Да, миссия не из простых. А, эти все туда убежали, да? Так, нет, мне нужно поменять оружие. Будем отстреливать здесь так. О-о-о! Пес бежит. Пес готов. Меняем на снайперку. Да. Готово. Нет, смотри. Летучая мышь. И я где-то там встрял задницей об камень. Как всегда, ну а чё ж. Мне, короче, слишком мало оплачивают. Слишком мало мне оплачивают за миссии. Очень мало.
Смотри, как быстро подошел до меня, гад. Мне еще нужно патрончики ставить. Есть, готов. Ну, хоть выстрелы мощные. С двух ударов убивает. Но приходится каждый раз перезаряжаться. Это очень плохо. Но хватает трех выстрелов. Раз, два, три. Нет, трех не хватает. Раз, два, три. Готово. И там у нас все там сидят. Но у меня уже, к сожалению, нет ничего такого. Бомбочек никаких. Так, оружие сменим на всякий случай. Обыщите дом. Как всегда, сейчас выплывут зомбаки. Их будет очень много. Идите к радиовышке. И сейчас там будет просто куча зомбаков. Особенно этот сумасшедший. Вот гад, а. Вот я его вообще не люблю. Не люблю я вот этого зомбака и вот этих птичек. О, они сюда не могут залететь, смотри. Нет, они сюда не могут залететь. Я пока бабенку тут постреляю. Есть. Все, патроны кончились, нормально, да? Так, с птичек этих расстреливаем сразу. Спасибо. Спасибо за удар. Да что ж вы такие живучие-то, а? Сволочи. Есть, готовы. И у нас остается 600 патронов. Придется... А, нету здесь, смотри, видишь. Закончились боеприпасы. Нормально. Все, готово. Идем дальше. Это у нас не толстяк ли бежит? Есть. Взрывается. И он толстяк самый безобидный. Самый безобидный. Это толстяк. Нифига их тут сколько, а? Есть одна. Меняем оружие, меняем быстрее. Ух ты, у него жизни сколько много, а? Ты подумай, а? Так, одна есть, и вторая сейчас скоро. Скоро и вторую я сейчас заделаю. Так, секунду, прячемся. Есть. Все готово. Готово. Идем к вышке. Локация как бы одна и очень много всяких серий в этой локации. Прям куча просто. К радиовышке. Кто-нибудь помнит эту радиовышку? Как она выглядит вообще, эта радиовышка? Я знаю, здесь всякие радиационные штуки будут. Давай что-нибудь сейчас перекусим. У меня же есть что-нибудь перекусить. У меня есть бобы. Используем. У меня еще вот что есть. Ракетки.
Берем. Это что такое у нас? Устойчивость к радиации. Отлично, отлично, надеваем. Радиовышка. Это я что, не сюда бежу, бежу, бегу, 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 бегу. Не сюда, да? Не в это место. Мне не сюда надо. Радиовышка в другом месте. Радиовышка будет в другом месте. Хорошо. Сейчас добежим до радиовышки. У меня есть 5 лимонок, что очень весьма неплохо. Радиовышка где-то здесь. Интересно. 82 метра показывают. Это типа, что, не туда я бегу? Где радиовышка? Алло. Где может быть радиовышка? Все, теперь на уменьшение идет километраж наш. Вот подумай, а, 86, 86, опять на увеличение. Где эта радиовышка находится, непонятно. По идее, радиовышка, она, это вышка. Ну, я же был там наверху. Там ничего не было. Сейчас на уменьшение идет. Ну а где здесь радиовышка, я вообще не понимаю. Но это явно не здесь. Это явно не здесь. Хотя, возможно, мне сюда надо будет тоже идти. Ты подумай. Это было не здесь. 34-33 метра. Сейчас на уменьшение. О, вот они, зомбаки, откуда идут. Я же вас всех там убил уже, алло. Я же вас всех там убил. Вот, смотри, на уменьшение идет. Странно. Я же здесь был. Или не был. Ну вот зомбаков сколько, смотри. Принципе-то и немного. С одной-то стороны и немного зомбаков. Мы всех их убьем. Готов. В эту сторону мне нужно. Готово. Друг мой бежит, смотри. Чё ты, гад? Гадёныш. Перезаряжайся быстрее, давай. Чё, кто? Где? Это ты, что ли, там кричишь? И мне нужно будет зайти в этот дом, да? Двери заблокированы. Попробуйте найти другой вход. Хорошо, тоже интересно. Мне нужно сейчас использовать вот эту штуку и съесть бобы. Все нормально. Сейчас сзади попробуем здесь открыть. Есть.
Так, поднимаемся наверх. О! Кто ты? Меня послал Чак, ты в порядке? У меня что-то с ногой, мне кажется, она сломана. Я не могу идти по дороге, мне нужно что-то, на что-то можно опереться. Хорошо, подожди здесь. Сейчас я попробую что-нибудь найти. Пусть пока музыка поиграет тебе, ладно? Давай, не переживай. А что, он не работает, что ли? Играй дальше. На улицу надо выйти. Что-то где-то, что-то на улице можно найти. Опачки, вот и мусор. Сейчас посмотрим в мусоре. Что-нибудь. А ну-ка. Обыщите мусорную корзину. А где мусорная корзина? Вот она. Это мусорный бак, а не корзина. Угу. Нет, ничего. Обыщите фургон. Возьмите браслет на ногу. Какой еще браслет на ногу? Что за бред? Все, сейчас мы тебя спасем, не переживай. Не переживай, мы тебя сейчас спасем, слушай. Так вот я сделаю картинку. Миссия завершена, найти Руби. Ранение. Вернуться в город. Конечно. Вернемся. Обязательно. И посмотрим, что мне с Чак. Чак, что мне скажет? А где Чак? А, вот Чак, привет. Спасибо тебе за все. Руби ждет тебя у доктора Эндрю. Я отметил на твоей карте одно местечко. Я хотел там основать новое поселение. Я слишком стар для этого, но, возможно, тебе удастся. Новое поселение. Интересно. Сейчас пойдем до Руби. А, вот она, Руби. Привет. А где доктор? Доктор, ты все там нормально ее починил? Протез поставил? Что у тебя на ноге такое? Подожди, дай я посмотрю. Непонятно. Да, смотри, протез какой-то механический. Ну, давай поговорим с ним. Привет, спасибо, что спас меня. До меня дошли слухи, что ты ищешь научную базу. Научную базу? Зачем она тебе? Я ищу ученого. Думаю, я знаю, как сделать лекарство от зомби. Лекарство? Лекарство от зомби-инфекции? Ха-ха-ха. Что ж, в любом случае, там давно нет никаких ученых, разве что пара бродяг. Почему они живут там, а не в городе? Мэр не хочет их видеть, но не волнуйся за это. Если ты собираешься на научную базу, мне нужно будет кое-что туда принести. Ты можешь пойти? А, ты можешь туда пойти? Давай, припасы для бродяг. Хорошо. Спасибо, Руби. Пойдем к торговцу. Поговорим. Так, торговец, знаешь что? Слушай. У меня есть всякая барахлишка. Продам тебе его. И мне нужно какие-нибудь гранаты. Очень нужно. Вот такие за 5. Но они стоят кучу бабок. Нафиг, я лучше автомат какой-нибудь куплю. Крутой. Слушай, у тебя есть какой-нибудь крутой автомат? У тебя автомата крутого нет, я смотрю. Я знаю, там есть еще один торговец. Вот у этого торговца посмотреть. Может быть, ли у него есть какой-нибудь автомат? Да, действительно. Вот такой вот. Стоит 18 тысяч. Офигеть, у меня таких денег вообще нету. Вот так. Такой. Давай купим немножечко гранаток. И таких. Ну все, спасибо. Это хорошо. Ну что ж, на сегодня мы будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.